Выигрывался Панарин, остановил. Точно передача на Голубева. Тут легко тут дали пройти. Двоих обыграл. Ну, что ж такое-то, а? Шикин не удерживает. Шайба опасна. Гол. Да. А почему Шикин так перемещался-то, а? Медленно. Поскользнулся, что ли? Ну, первое звено финнов. Пулкинен. 18-летний Пулкинен сравнивает счет. Да, еще раз посмотрите, как хорошо Пакаринен обыграл. Сразу двух отсек игроков. Здесь вот все здесь. Шикин не удержал вот шайбу. Здесь. Вот здесь он, по-моему, поскользнулся. Да, должен был, по идее, успеть переместиться или хотя бы лечь, перекрыть линию ворот. Не успел.